я. Сирич, а что ты здесь делаешь? Я буду тоже учиться. А где Илья? А кто такой Илья? Это мой младший брат. Мы изучаем букву Л на тебе. А где же тогда я буду сидеть? Можно тогда столовый стол. А у нас больше нет столового стола. Стол есть, а стула нет. Ой, машина. Таких сироков нет. Хай. Жижа. Изи. У ёлки иголки колки. Корабли лавировали, да не выловили. Корабли лавировали, да не выловили. Мы сегодня изучали букву Л. Вот как она пишется. А если перевернуть, будет вот так. Будет зайчик. А вот так, если перевернуть наоборот, то будет Л. Вот так. А сейчас и вот. А сейчас была А. А сейчас А. А сейчас Г. А где же наша доска? Ну сейчас я ее быстро накидаю. Бе-бе-де-бу. О, моя доска. Сейчас покажу, как писать. Буквы. Где тут у меня тут эти? Здесь что ли? Нет, Сирич. Я сейчас быстренько сбегаю кое-куда. А вы пока получите Сировичем. Сирич. Чего? Ты хочешь есть? Да. Ты любишь дармить? Да. Ладно, найдем. Ням-ням-ням. Какие вкусные. Ай! Больно! Вот и я. Это от нашей доски в детской, на которой на стене. Ну, они тоже подойдут. Они до тебя потерялись. Вот сюда поставлю. Так, возьму фиолетовый. Так. Вот как пишется буква Л. Ой, ну, я сейчас быстренько сбегаю, ополосну тряпочку и все. Смотрите, как должна быть получиться Л. Я сейчас еще одну нарисую.
Илюшка, я ничего интересного не пропустил? Попустил. Корабли ловила и ловила, да не выловила я. Ёлка, у ёлки иголки. У ёлки иголки, колки. Я уже много написал. Это А. Так, а если я ногу ставим? Где ты умел? Это я сейчас быстро зачерпну. Тут как раз есть дырочка. Ты чего чекаешь? Ты чего чиркаешь в тетрадь? Уже порвал ее. Ну чего, выпей сейчас. В какой руке? Я тебе выпью. Подожди. Так. Да подожди. Ну давай. Ой-ка. Подходите к доске и заполните всю доску буквами Г. Вот уже. Все, достаточно. Иди посмотри в тетрадку. Тетрадку загляни, где у тебя двойка стоит. Загляни там. Вот нет. Где двойка? Пятерка. А, двойка это за то, что ты начиркал и порвал тетрадь, а пятерка за то, что ты хорошо рисовал. Сегодня мы изучаем букву Р. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. На наш канал. На мой. На наш. На наш.